Охренеть. Вот они, наверное, спустятся в ту дырку, которую мы увидели. Угу. А тут больше выходов-то нету. А, бля, где-то же этот, кстати, профессор здесь. Нет, а что-то может, он и есть Саддам? Да, нет, он как раз и говорил, что он... Их не видно. Типа, может быть, эти пастухи знают, где Саддам. Главный ястреб 2-1, всем позывным, как слышно, прием! Джоуи, ответь, прием! Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. Это чувак с очками, Ой, Чарли, да? Джоуи. Угу. Похоже, мне хана, Ник. Пиздишь. Тебя зацепило, но ты будешь жить. Тише, тише. Пустяки, царапина. Держись. Пиздишь. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Эти статуи. Ник! Хорош видами любоваться. Шевелись давай. Но что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Надо было в вертушке сидеть. Не знаю, что там, но такого дерьма мы еще не видели. Это точно. Может, это наказание? За грехи. Ты головой кивнул. Типа, я согласен. Не будь таким ссыклом. Да, тут творится сказал другое. Херня, но мы морпехи, мы справимся. О, смотри-ка, ты меня под это... Может, эти уроды, ублюдские саддамовские эксперименты? Если нет, если это реально сраное Вуду, нас оно не возьмет. Найдем наших. Мы же не одни тут. Мы их найдем. А потом отомстим. Ура. Пизда. Профессор генератор вырубил. Ага, походу. Пойдем глянем. Оставь Мервина. Ты серьезно? Нужно все здесь перекрыть. И профессор все это время слышал вот эти вот разговоры. Мы морпехи, мы не стекуны. Если этого буду, мы справимся. Он за дверью стоял, чувак. И сказал, господи, мы все умрем. Он за дверью стоял, он подслушивал. Идем. Не, он как раз просто рядом с генератором стоял. Чувак, мы вот здесь же тогда проходили, да? Каждый да, шел да, за статуей. Да, что все хорошо, какие-то йозы. Вроде нормально, он живой. Говорить с ним можно? Нет. Он головой кивает, вроде как все хорошо. Наверное. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Это ж то место. Может, нам пиздец. Эрик дорого заплатил за свою ошибку. Как и мы. Не, ну хорошо, мат подвезли отборный. Что, по новой все будем смотреть? Не, так, кстати, ничего даже не подсвечивается. Мы тупые морпехи, нам... Да, там люди ученые приходили, а это так... Это все информация не для нас. Вот генератор прострелен, да, это можно увидеть. Давай посмотрим. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да, прикрой меня. Вон он стоит. Профессор.
Чёрт. Хуя, он Рэмбо, да? Валяй, дурака, скорее. Похоже, что я херней страдаю. Молодцом, Ник. Он азиату горло перерезал сейчас. Неверно. Взбодрись. Так точно. Что-то Салима больше не показывает. Или Салимана, Симона, Сантоса. Кабели. Куда они ведут? Похоже, вон туда. В дырку, он, видишь? Угу. Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Но вот это явно... Явно что? Боги Шумеров, Франклин Левит, издательство Ниппель и Братья. Синяя книжка. Так, раскроем, почитаем. Так, угу. Хуя тут тексту. Вообще пиздец. Жрать пыль целую вечность? Да вы издеваетесь. Да, поэтому не будем читать. Мы же тут с лодфоном не умеем читать. Ты не забывай, ты же не Дарвина играешь. Ты суть улови. Ладно, я почитаю, только швы. Ламашту была жуткой женщиной, демоном, убийцей младенцев, питавшимся кровью, плотью, бла-бла-бла, вестница голода. Сойдет? Вестница голода? Ну, короче, тут про богов. Так, а тут... Летучие мыши есть? Мы видели летучих мышей. Мы не понимаем, боги это или нет. Нам нужна больше инфы, как с ними бороться. Там написано, как с ними бороться. Тут написано... значит, обойма зажигательных помогает. Серьезно, или ты так просто? Там написано что-нибудь про фосфор? У нас фосфорные гранаты где-то есть, подствольные, по-моему. Мы их уже потратили, чувак, мы их еще в деревне потратили. Да? Серьезно? Нас перебьют! Могу я кинуть фосфор? Сожги их! Блин, вы неправильные солдафоны. Ну блин, вы гребаные хачики нас прижимали, понимаешь? Мы использовали, что могли. Вы моего брата пытали. Поэтому мы вас просто сожгли, понимаешь? А что, я не успел нажать? А, ты, наверное, скипнул уже. Смотри, вот эту дырку видишь в стене? Погоди секунду, мне надо тоже шумерскую книжку изучить. Короче, вон та дырка впереди в стене, китаец бы сказал, что это дырка твоей мамаши. А, типа у него шутки постоянно, да, в этом духе? Да. У него все шутки вот такие. Была жуткой женщиной-демоном, убийцей младенцев. Вот ты о чем читал. Да. Лашемту была дочерью бога неба Ану. Ану. Так. Горе беднякам. После похорон души шумеров отправлялись в горы Загрос. Далее душа представала перед Эршейши Гакаль. Пример типичной вативной статуи. Оки-доки. Да пропускай, там ничего интересного. Да я только заглавные эти предложения прочитал, все. Понятно, да. Мы же не ученые мужи. Мы так. Мы сюда. Какие солдаты? У нас зато яйца есть. Да. Опа, 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 опа! Растяжечка, опа она. А почему нам спойлернули так? А, он увидел ее. Бля. Осторожно. Вот теперь здесь ты. Растяжка. Хуя, блядь, профессор рулит, а? Понял, да, пока мы там книжки читаем? Чисто. Угу. Вроде все просто. Чё, подорвём? Возьми себе. Просто режем триггер.
А что Грена не взял? Гостеприимно. Это небось реакции. Правда? А я-то думал, монстры понаставили мин. В смысле, ты, блядь, не видел летучую мышь? Ростом с человека. Этот храм построен над вратами в ад. Что за хрень? Что за хрень? Какая-то бумага, на ней что-то написано. Бумажки, буковки, 2 апреля 1946-го мы собрали команду. Первым в моем списке был неразборчиво Кроу. 21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. В этом я не сомневаюсь. Чё-то я не слышал таких историй. Ты умеешь читать книги, на? Смотри, там картинки есть. Ты там, главное, стрелочки не нажимай, тут недалеко. Да, да. Положу обратно, как лежало. Чё, ты флешбэкнул? Да, флешбэкаю. И о, там... можно ножиком кого-то пырнуть. Угу. Так, по-моему, я, кстати, уже пырял ножиком там. Не, мы не можем увидеть флешбэк прошлого, мы видим флешбэки будущего. Флешбэки прошлого — это Little Hope, ты перепутал серии. Знаешь, что значит слово флешбэк? Ну, вернуться назад, да? Вспышка, ну, типа, в таком духе же, да? Я вижу стрелочки. Значит, надо двигаться туда. Стрелочки и... тебе указывали, куда идти надо? Да. Стрелочки показывали дорогу. Пошли. Пойдем. Ну, я просто ждал, что тут стопудово все. Давай, я командир, я поведу. Ладно, я в меньшинстве, я пойду первый. Среди нас именно белый должен командовать. Да, да, белое превосходство. Может, у нас какой ты догадливый, моя маленькая умная обезьянка. Тихо. Опа. Это Джоуи? Профессор он столкнулся жив. С жопой. А, Джоуи? Он его режет! Невозможно. Ты сам слышишь? Херня. Это точно он. Это место играет с нами. Да ни о ком говорят, я запутался в этих именах, блядь. Об Данилке. О Данилке? Мёрвин, чем твоя мамаша похожа на торнадо? Ну расскажи, сука. Засасывает насмерть. Который наверху сдох? Да. Типа. Угу. Ну ты... точнее, я-то об этом не знаю. Я вообще не знал, что Данилка сдох. Так что в теории ты знаешь, что он сдох. Ну, я знаю, потому что мне это показывали. Но... Да, но тебе же Нигер сказал, что... Подожди. Да. Короче, я запутался. Короче, ладно, пойдем. Я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Вот именно. Ты всего лишь глупый Нигер. Это не факт. Это не факт. Своих не бросаем. Semper Fi. Semper Fi. Понятия не имею, о чем речь. Супер Wi-Fi. Сигнал, говорит, хороший. Сигнал, говорит, хороший. Супер Wi-Fi. Салим. О, мы разделились. Угу. Я за Салима.
А я Ник. Я очкарик, слушай, я реально жив. Или нет? Ты в смысле играешь именно сейчас ником? Нет, я нигер, я нигер. А, вы нашли очкарика? Неизвестно пока. А как ты сейчас говоришь, я очкарик, я реально жив? Нет, я, ну... Не, в смысле, нифига ты спойлер кинул и такой, иди нафиг. Отсюда должен быть другой выход. Должен быть. Тварь живая еще? Или это импульс? Не буду пока осматривать ее. Борка живучая. Да. Посмотрим из какого-то теста. Ты там что-то сделал, начались какие-то крики? Что-что? Ты там что-то сделал, у тебя какие-то крики начались? Не, я сейчас, по-моему, переговоры по рации слышал. А так я ебаку, ту ебаку, которую завалил, ее не завалил, и я, короче, ее сейчас добил. И да, они реально света боятся, они как вампиры гореть начинают, плавят, дымиться. Ну, я тебе потом это расскажу. Капли Сентил Долунг уже, по-моему, боялись света, не? А, слушай, я не... там ночь была, они, в принципе, какого света-то боялись? Ну... Антилдони, всю ночь они же по лесу шарахались. Не, мы там и факелом на них светили, и фонариками, и прочее. А вот, честно, я плохо помню. По-моему, они пуль боялись. Вот как раз эти пули, они так себе боялись. А еще, судя по финалу, огня боялись. Именно что он их сжигал, именно, не свет давал. Не-не, была сцена в больнице. Ух ты, йо, целый отряд. Американо? Так, че, дохуя народу-то попадало, получается? Тихо.
О, я подстрелил профессора. Потом расскажешь. Вон там! Мне пиздец, сказал он. Где-то я такое видел. Хормида, лазим يكون للشمس. بس في حاجة ضايعة منه. Ты сейчас не за Нигера играешь? За Нигера, да. Это я. В той стороне сидит демон. Да, Лексим, он пиздец какой опытный. Вампиры, я же говорил. Он реально ее захуярил так. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Ой, чую зря, я так сказал. Я готов. Давай.
В смысле, я же нажал! Что за нахер ты завис? Можем загрузиться, если хочешь, но... Не-не-не-не. Наверное, не будет. Да, видать, я его до ВК доводил, ёпти, я же нажал, сука. А ты ту кнопку нажимал? Ну, R2. Да что за ебанина такая? Да. Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Аукнется нам, блять, вот этот промах. Угу. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. Ну согласись, напряжение было, блять. И так, сука, в финале облажаться сейчас, так хотелось. Сейчас, да. Да. Напряжение, я имею в виду, я не имел в виду, что страх или еще что-то. Ну это как вот мы с тобой играли в Little Hope, я тебе говорил, что помнишь, вот тогда, типа, что я вроде как навел прицел, а оно почему-то не сработало. Да, понимаешь, у меня, возможно, я навел, нажал, но таймер истек, пока я наводил. То есть я, мне казалось, еще было секунда, а она как раз ее не хватило, допустим. Или я слишком далеко уводил, я пытался прям ближе к середине тела. Хотя можно было раньше нажать. Да нафига, пришел, стал красным, бей. Ну вот, а я... Ты не веришь в демонов? Спросил бы ты меня вчера, я бы тебе в лицо рассмеялся. А сейчас? В шумерских мифах души мертвых отправлялись глубоко под землю в дом праха. Питались там глиной, и их мучили демоны подземного мира. Даже представить такое не могу. Как ты, я в такое не верил. Но глянь вокруг. Глянь, где мы и что мы увидели. Мы в ловушке в шумерском храме. Помимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман. Лейтенант. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Шукра нихуя. Главный ястреб 2-1, ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу свет, иди вперед. Я рядом, прием. Иду к тебе. Я, наверное... На всякий случай. Слушай, доверься мне. Тебя не тронут. Вниз! На землю, сука! Я этот момент видел в табличке, что Салим сдается. В смысле, возможно, это было грамотное принятие решения, а иной путь — пуля в спину. Да. Да. Этот-то не должен его убить, я же... А, он не видел со спины, кто в него целился, да? Уберите от меня автоматы, вы все! Так, погодите, всем успокоиться! Почему, говорит, погодите? Я не хочу тебе вреда. А по форме твоей не скажешь. Брось оружие, сука, живо! Да он в тебя не стрелял. Чего? Давай сначала ты. Брось оружие, или я тебя завалю! Блять, он же ПК, да? Спустишь курок, клянусь Алибабой и 40 разбойниками, тебе крышка! Я слишком далеко зашел, чтобы умереть от рук американца. О, опять этот. Ну, тут легко. Ладно, все. Нет смысла воевать. Хватит. Как по мне, надо вышибить тебе мозги. Это ничего не изменит. Я так и останусь в аду. Ты же мне сказал, доверься мне. А чё ты стоишь и молчишь? А у меня не было никаких выборов. Нет, я просто объясняю, что ну как так-то? Доверился, называется. Не искушай. Я проверяю твое доверие, понимаешь? Возвращаемся в храм. Вяжи его. Нихуя не скажу. Ты глянь. Ты можешь, как я могу что-то, понимаешь, перечить своему командиру? Ты что, нормально, нет?
Я потом по трибунал. Стреляй. А чё ты поды... А он специально, что ли? После всего... Я ничего не понимаю, блядь, в ихних поведениях. Ты лучше мне скажи, что у тебя происходило там? Где вы нашли этого очкарика или нет? Как вы разделились? Я вот этот вот момент не уловил. Мы шли. А, вы, ты говоришь, подстрелил профессора, да? Да, мы услышали какой-то шорох, и типа у меня был вариант, что как бы пойти как, ну, знаешь, на агрессии или пойти осторожно. Я пошел осторожно. Мы аккуратно зашли за угол, увидели там, короче, профессора, который у нас целится. Мы начали стрелять в него первыми. Я его подстрелил. Вот, потом, короче, проф кинул в нас грену. Я отбежал, и там случился взрыв, и как бы проход завалило. Вот так они и разделились. Угу. Вот потом, как бы, я, соответственно, пошел, и вот. Встретился с Салимом. Понятно. Ну, а мой рассказ он, собственно, тебе и пересказал. Хуйня это его не убила, когда свалилась с машины, и он боится света. А и сердце он ее проткнул вот этой железякой, которая у него за спиной. И все, и дальше я встретил тебя. А, я еще у меня в бумажник в кармане лежит. Не знаю, чей бумажник, я там не понял. Удружил.